Интернет-магазин «Морозко» представляет ель с натуральными шишками, заповедный муром, высотой 350 см. Эта елка представляет собой классическую модель с ровным силуэтом. Она универсальна и может быть наряжена в любом стиле. Ель выполнена из качественных материалов. Хвоя сделана из ПВХ-пленки, а слегка просвечивающаяся сквозь иглы древесина придает особую реалистичность. На ощупь ветви очень мягкие. Ель украшена натуральными шишками, которые придают ей особый шарм. Собрать ель очень просто. Первым делом вставляем элементы подставки в основание ствола и крепим их болтами для надежной фиксации. После этого тщательно расправляем макушку. Каждую ветку отгибаем от ствола и распушаем отростки. Далее нужно закрепить некоторое количество шишек на макушке. Делается это легко, каждая шишка имеет проволочное крепление. После этого макушку можно вставить в ствол и закрепить болтами. Далее нужно распушить ветви, начиная с верхнего яруса, и по очереди вставить в ствол. Ветви у этой ели разной длины и разложены по ярусам в разные коробки, так, чтобы их нельзя было перепутать. После того, как все ветви будут установлены, мы приступаем к украшению нашей красавицы шишками. Монтаж такой елки займет чуть более часа. Данная модель может быть представлена в размерах от 3 до 6 метров.